Всем привет, друзья! Сегодня мы едем, значит, у нас карта Level Chills Play. И поедем мы со злым слоном и драйвер 51 Rus на Уралах Next. Значит, 4320 Short. Потом 4320, дубли кабины двойная. И двухосник 43206. Привет, всем привет. Привет, да. Все, поехали. Запускайте. Посмотрим, покатаем, попробуем. Поедем, карту выбираем покороче, чтобы надолго не зависать. Жесткий диск забит, писать некуда. Опаньки, все, появился я. Ты появился? Грузится. Так. Все, я тут. Так. Ну что, я поеду на рыжем, наверное. Не, на белом поеду тогда. На рыжем. Мне как-то белый больше нравится. Рыжий. Рыжий. А гараж нам надо, тут надо открывать, нет, ничего нету. А по-моему тут вообще один гараж, одна заправка, одна пилорама, один лесоповал. Ага. Так, мигалки, естественно. Оно и есть. Так. А, ну тут дефолтные ставятся-то, конечно. Ну, поедем мы, естественно, не на дефолте. Упс, надо отъехать мне. Да зараза, прикинь, это упирается рецептом в деревья. Про номера, вот, Диман, смотри, это сейчас я номера поставлю. А. Справа от машины, смотри. Давай. Стой, подожди. Есть, нету? Вообще ничего нету. Справа, то есть, от машины. Относительно меня. Да хрен его знает. Вообще не вижу. Блин, ну фиг знает. Ну был так. Ну ладно, не суть важно. Так я их и на машине-то не вижу. Да ладно, вот я поставил на них. Ну нету ничего. Да как. А, может тут твой Урал стоит? Блин, у меня системник запищен. А, вот я вижу, ты на зеленом это стоят. Да, на зеленом вижу. Это ты на какой? На серый поставил? Да. Ну-ка, двинься немножко. Ага, да, вообще вот сбоку валят. Понял, понял тебя, да. Ну такой вот, ну, короче. Ну надо что-то там переехать или делать. Их надо разворачивать так, кругом. Ну это да, в максимум надо перепиливать. Их и так перепиливать что надо. Так, это я поставил. Ну номера-то все равно пока я пишу, у меня они нормально отображаются. Ну да. Но я не буду ставить, чтобы картинку не портить. Ну ладно, давай тогда. Так, а что нам надо поглядеть, куда мы едем-то? Что мы едем? На лесоповал. На заправку нам по-любасу придется ехать. Так что поперли нас сразу туда. Да? Так. Давай, прямо туда едь. Все, поперли. Да, и налево, короче. Там, я так понял, одна дорога. Блин, колеса, подожди, я поставлю другие. То я вчера на этих ехал, что-то как-то они не очень меня радовали. Поставлю такие, как на прицепе. Все. Погнал. Начало так вроде ничего. Да? Ну да. Ну грязи особо я не вижу. Но, наверное, и не будет грязи особо, я так понимаю. Я думаю, она такая будет легенькая. Хотя тоже не факт. Как говорится. Не факт. Что ты поедешь с кирпичами или с этими домиками? Опять. С кирпичами? Ну я тут с домиками. Я тут просто в тот раз с кирпичами вообще. Главное их удачно доехал. Главное их не скидывать. Просто скинем и все, и блин, в кабину воткнуться. О-о, видите, тут повороты, завороты. Ой-ой. Ой, лесоповал нашел. Так, слушай, а вот нам, наверное, налево надо было. Поехали на заправку съездим сначала. А потом заедем на лесоповал и поведем все это дело.
Может, давай загрузимся. Ага, и потом тебе все равно придется сюда возвращаться. Вот, потом придется сюда возвращаться за грузом. Давай оставим эти прицепы тут. Давай прицепы оставим, без прицепа сгоняем. Заправимся, все равно такая разница. Не знаю, мне кажется, проще потом заправиться. Так у нас заправка сейчас будет налево туда дальше ехать. И чё, а так нам вообще, ну, а нам так... вообще далеко ехать потом. Ну обратно. Смотри, сейчас мы получается... Давай я загружусь, короче. Ну смотри, я поеду. А нам все равно, мы едем сейчас, заправляемся, мы там потом нигде не переедем, там река. Сейчас... Мы сейчас все равно, ты загруженный поедешь сейчас на заправку, и загруженный поедешь с заправки обратно сюда же, по этой же дороге. Зачем? Ну, я потому, сюда не поеду. Да ты карту погляди. Я поглядел, я сюда не поеду. Ты хочешь где-то там переползать, что ли? Да. По хардкору. Ну я не знаю. А чё? Ну, ну ладно, посмотрим. А чё ты с дровами поехал тогда, если ты кирпичи хотел брать? А кто его узнал? Я пока с тобой разговаривал, не о том думал. Сейчас я другой возьму. Они вторые, да? Да, да, да. А третьи эти домики. Так, домик есть. Домик есть. Все, я с домиками. С будками. Ну не знаю, блин, Паша, сейчас как а придется сейчас нам потом обратно с оситой лабудой тащиться. Да и пофигу. Может где-нибудь нырнем перелезем. Ага. Я опять там в кабину палки воткнулся. Ну я думаю, что тут грязи вообще, наверное, не будет. Да походу да, здесь вообще грязи нет. Здесь так кочки, кочки. Бугрищи. Бугрищи, ну. Буграм. Да, как сейчас карты-то делают такие, на целый день проходить надо, причем четвером, да? Ну да. Поэтому как бы иной раз проще на дефолте прокатиться там. Как вот эти баксы делают-то вообще, с ума сойдешь там. Не, ну карта должна быть такая, знаешь, прошел ее часик, часик там от силы. Ты делал часик-то самое, да. Да. Ну уж если по хардкору там полтора, я не знаю. Уже целый день сидеть играть. Ну да. Хотя с другой стороны, вот как бы любые карты хороши. Ну как бы да. Кому как, кому если нечем заняться, так можно, конечно, и целыми днями сидеть. Заправка-то какая гадская, да? Ага, не говори. Сейчас не подпирай, мне надо назад как-то выползти. А я прицеп сейчас отцеплю, может, нет? Ну давай я тогда сейчас объеду влево. Попробуй так. Что ты там, вытащишь его? Блин, ну дай-ка, заправка, вообще зверюга. Я думаю, может, если бы мы не заправляли, нам заплатило, нет? Да, я думаю, да. Где ты его? Наконец-то. Залил я. Блин, зараза, заламывать начинает. Да я говорю, я с такими прицепами вообще не люблю. Ой-ой-ой. Попробуй там, может, лебедочкой поможет там все. Блин, я уперся в колонку. Ну я развернулся. Я еще маюсь. У меня удачно так. Да и ты уже, наверное, вывернешься там. Попробуй. Ну почти. Еще на раз тебе придется. Не улезешь на мост, наверное. Не-не-не-не, проходит. Как раз вообще впритык. В аккурат, да? Да, в аккурат прям вошел. Ну да.
Так, ну что, поехали по берегу, может, нырнем, правда, где-нибудь. А если нет? Ну, тогда будет весело. Давай. Тут даже грязи нет. Ну, хоть бы, да, лужи, хоть грязь. Грязьки как-то поднакидали, наверное. Надо где-то скрин еще сделать, Паша. Что-то ты нифига вставил опять. Ай, слушай, да тут вообще, короче, ни о чем, походу, да? Я тебе о чем? Вообще легко. Ага. Ты там-то вылезешь? Вылезу. Точно? На лебедке выйду. Может, надо было по реке туда дунуть налево. А может, надо было и по реке. Ну-ка, подожди, не подпирай. Дай, дай, я проскочу. Давай, эй. О, там может тут какая-то типа дороги есть что-то. Такое, кстати, симпотно так сделано. Ну да, тут можно дальше, Паша, переехать. Нафиг ты туда поехал? Да блин. Я назад уже не выберусь, короче. Только вперед и только вперед. Да. Не, ну я поехал. Не пролезешь там вообще? Запутался в деревьях вообще. Вот, а я тебе про че? Ну, я думал, пролезу. Ага. А не тут-то было. Вон, все, я переехал. Переехал, но что-то не заехал. Сейчас я на веревочке подтянусь. Ой, а смотри, Диман, я прям по реке вообще по рук пофигу. Где ты там еще? А, ну да. Вон, авторитет не потерять. Оу. Сейчас я скрин тут как раз и сделаю, где ты по реке едешь. Давай, 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 тяни, тяни. О, есть контакт. Выруливай. Там надо было тебе полевее взять. Неудобно сейчас тебе будет выезжать там. Нормально, ползет. Не поднимешь прицеп. Я красом сейчас хочу. Камень, камень вот этот угол. Все, залез. Вижу, вижу, сейчас еще я тебя расшлепну. Два раза когда расшлепну. Ну все, приехали. Вот и game over. Так, карта прикольная, простенькая. Но автору, конечно, советую все вот эти срезочки заложить деревьями. И грязи добавить. Грязи, лужи добавить, леденца. Из грязи совсем скучно. Разгружаемся. Там барабан. О, нифига себе, а у тебя почему-то выше он, да? А колеса я другие поставил. А, вон что. Так что вот, ребята, подписывайтесь на наши каналы, на наши группы. Обращайтесь по поводу данного мода в группу Spinteres MBIC, сообщество мододелов. Такую машинку сможете приобрести там.
Так что всем удачки, всем пока. Всем пока.